Хаки-хаки, привет, друзья. Пусть вам всем солнце светит, такое яркое, бомбезненькое. Итак, у нас сегодня 11 число, пол четвертого дня. Температура 84, ой, 8,4. Температура воды 8,9, почти 9 градусов. Внешний фактор листва, точнее, яркая стала. Смотрите, какая она. Видите, какой у них блок веществ произошел. Что вот еще, смотрите, какая листва такая вся. Все, ну, в принципе, холодно. Мне сегодня сказали, что еще, что был сегодня приморозок. В принципе, как говорится, и стоило ожидать такой нюанс с помидорами. Но еще, ну, вот смотри, обратите еще внимание, там концентрация раствора, там 1350 как раз для цветения. Там фосфора с калием больше, чем азота. И вот смотрите, какие завязи. Вот довольно-таки много еще их. Вот, смотрите. Но держать их как бы дальше, ну, мне кажется, смысла нету. Они не вызовут, потому что все же у нас холода. Да, смотрите, какая красивая. Сколько могло быть бы помидорок. Но ничего, сейчас снимаем зато. А, клубничка, клубничка еще. Смотрите, клубничка, какая корневая, хорошая. Но до следующих видосиков, смотрите, подсказочка где-то будет тут или тут внизу, как буду разбирать систему, готовить ее, как говорится, к зимовке. Как клубничку эту буду где-то пересаживать, как будем снимать, вытягивать, смотреть корневую систему на у помидор и на верхнем ряду клубник. А всем в этом мне помогает сегодня Гроу Николь, одна из участниц проекта Гроу Николь. Ее зовут Юля. Юля, привет! Привет! Что делаешь? Помидорки срываю, срезаю зелененькие. Да, много вот. Достаточно их. Вот, смотрите, сколько их. Зеленый урожай. Да. На консервацию будет самое оно. Умеешь консервировать? Признавайся честно. Нет. Хорошо, дашь тогда попробовать. Надо будет какой-то посмотреть рецептик, когда, знаешь, там, как они, маринованные или фаршированные помидоры. Да, зелененькие. Разрезаешь туда перчика какого-то. Кстати, перчик, смотри. Есть еще перчик. Вот этот перцы тоже держу их до холодов. Красненький, огненный, вот фиолетовенький есть. А точнее красненький, где-то тут фиолетовенький был. Но тоже все, приморозок их, считаю, холода ударили, все. А соцветий еще было вот уйма, много-много. А вон цветет, да, действительно. И, да, смотри, и хорошо еще держится. Не хочет опадать. Знаешь, что жалко и обидно, что у тебя есть куда поставить их? Перчик, хотя бы кустик. Жалко, темный, жалко. А так бы еще цвел бы, блин. Ну, в принципе, к тому, что можно вот этот перчик использовать с теми помидорками. Посмотри, как оно, рецептик вот этот найти. Там туда же надо перчик, чтобы входил в состав. И вот один туда. Из основных. Да? Да. Вот, смотри, фиолетовый есть. Оранжевый есть, красненький. Все такое, оп. Ну, такие вот, в принципе, все, те консервации уже есть. Ну все, продолжаем снимать помидорки, да?